Молодые люди, почему охотимся вне сезона? О! Туземец! Мужик, ты мимо шел? Ну, иди отсюда, какие проблемы? Широков Павел Борисович, егерь. Приготовьте документы и оружие для осмотра. Да иди ты! Я-то пойду. Родной, ключи на базу! Остынь! Ты че? Мужик! Ты Кузьмичева знаешь? Главу района. Так я его племянник. Тебе что, мужик, проблемы нужны? Так я обеспечу. Ну? Мужик, ключи отдай и вали отсюда. Вот так. Ствол отдай-ка. Дай. Сломал. Никуда не расходимся. Ждем полицию. Похоже, что сегодня на браконьерских тропах выходной. Давай закругляться, я завожу. Ага. Серег, проверь их. Ага. И домой. Лейтенант Петров, ваши документы. Давайте выходим из машины, багажник посмотрим. Серег, что там у тебя? Нормально все, сейчас багажник посмотрим. Да что смотреть-то? Пустые мы, командир. Давай, давай, открывай.
Может, договоримся, командир. Ты что упрямый-то такой? Давай открывай. И чтоб без фокусов, понял меня? Куда? Стой! Внимание, на связи! База на связи. Отвечайте, что у вас происходит. База на связи, повторяю. Сволочи. Вот скажи мне на милость, Паша, вот зачем ты ему руку сломал? Сам напросился. Просил, Паша, не усложняй. Вот теперь сидит, орет, что он племянник Кузьмичева. Да пусть орет. Они оленя убили. Ради удовольствия вне сезона. Я приваду нашел, там в тигра стреляли. Тигра? Где? На Прохладном. В охотнадзор сообщи, пусть групп присылают и людей предупредить. Пусть не шастует по тайге. Если он ранен, порвет любого. А этих вон оформляй по полной. Как же у тебя все просто, Паша. А в жизни, Миш, вообще все просто. Либо ты, либо тебя. Да. Ключи от их машины. Кузьмичев! Звонят. Да иду, иду! Здорово. Здорово. Ну давай, показывай, что тут у вас. Экипаж ДПС в рамках совместной операции остановил для проверки машину. И вот, 6 трупов и 2 тигра. Все браконьерские дела по краю ты курируешь. Так что подключайся. Вот оно как. Знаете его? Еще бы. Старый знакомый. Геонко Удыгеец, охотник. И он не простой охотник. Он у них проводником был. Значит, кошки их рук дело. Тигров совсем недавно убили. Не больше 2 часов назад. Самка и подросток. В город везли заказчику.
Слушай, а у Геонки был телефон? Нет, у этого не было. А вот водителя нашли в салоне аж 3 штуки. Неотвеченные вызовы там были? Да, последний час назад. Ну, все понятно. Заказчик не дождался, посылку заволновался. Да, это мафия, Жека. Самая настоящая мафия. Ты же знаешь, что в Китае за убийство тигра расстрел. А нашим уродам по барабану. Они бьют и китайцам продают. Бартером. За наркоту. Товарищ полковник, тут вот какой вопрос возник. Если Геонка был проводником, к тому же хорошим, теперь его нет. Следовательно? Верно мысли, Жека, верно. Теперь они будут искать нового проводника. Вопрос, кто он? Убиты еще 2 тигра. Итого 5 за месяц. Информации кот наплакал. Симки, с которыми работал водитель, понятно, левые. С родней переговорили, они понятия не имели, куда он направлялся. Сказал, что нашел себе халтуру. Дня 2-3 его не будет. Я уверен, что они даже в курсе не были, чем он занимался. Жили с достатком, вопросов не задавали. Так всем удобно. Его труп обнаружили под скалой недалеко от трассы. Москва звонила. Все под контролем, сам понимаешь. Нужен результат, Гоша. Кровь из носа, нужен результат. Все полномочия тебе дам. Только найди мне, кто бьет тигра. У меня был полковник из УБЭПа, Смирнов. С его слов, это бизнес некоего Влада Сажина. Слышал о таком? Так точно. Откуда такая информация? У Сажина есть наш человек по кличке Бонус. Так вот, с его слов, у нас завелся крот. Кто-то работает на Сажина. Займись этим. Есть. Ну, здравствуй, здравствуй. Привет. Ладно. Нихао, Юшен. Привет, Юшен. Каче, мой товар. Ладно. Не тот, что... Ты обещал утром. Уже вечер. Где мой товар? Понимаешь, Юшен, с твоим товаром произошла небольшая проблема. У меня его нет. Его отобрала полиция, а вот моих парней убили. Понимаешь? Влад, ты подвел меня. Я подвел людей в Китае. Они спросят с меня. Я спрошу с тебя. Чего ты с меня спросишь, Юшен? Чего ты с меня спросишь? А? Я тебе по-китайски говорю. В следующий раз. В следующий раз, Юшен. Когда будет следующий товар? Ну, я не знаю. Может быть, через месяц. Может быть, чуть-чуть пораньше. Я тебе позвоню. Пока. Фланто! Половину. Что ты сказал? Какую половину, Юше? Алло, что ты несешь? Фланто. Влад, за следующего тигра я дам тебе половину стоимости. Или я найду новых людей. Это вряд ли. Кроме меня никто в городе эту тему решать не будет. Иначе мои люди придут к тебе и попросят вернуть аванс. Да пошел ты. Малыш, тихо-тихо. Успокойся. Тихо. Сейчас. Сейчас. Отпущу тебя. Подожди. Ну все.
Где твоя мамка-то? Будешь жить. Давай. Беги, ищи ее. Давай. Ничего не забыл. Бонус. А кто у нас тут такой? А ну, доставай его из машины. Как же так получается-то? Я тебя из зоны встретил. Я тебя встретил! Встретил. Я тебе работу дал? Дал! Работу тебе дал. Я тебе верил. А ну-ка дай ствол. Я тебе верю. Что? Что? Что хочешь? А ты меня мусорам сдал! Давай, ищи охотника. Зиной, детка принеси еще. Ты сейчас, погоди минуту. О, Борисыч, здорово. Петли на прохладном ручье, твоя работа? Ты что, ты ж меня знаешь. Поэтому и спрашиваю, знаю, что твоя. Руки побрывай, понял? Понял. Ты будешь? На тебя дело заводят. Глава администрации в бешенстве, мне приказали тебя задержать завтра утром. Следователь приезжает послезавтра. Пусть приезжает. Ты про раненого тигра сказал, как я просил? Нет, не сказал, забыл, прости. Завтра скажу, клянусь. Имею в виду. Они тебя, конечно, больше в покое не оставят. Вот, кстати говоря, и он. Здравствуй, Борисович. Здорово. Ну что, будешь задерживать? Буду. Я все-таки человек в погонах. Мне приказали, я обязан исполнить. Но не сейчас. Борисович, у нас ЧП. Женщину видишь в кабинете? Ну? У нее сын. Здорово, Борисович. Здорово, Петя. У нее сын пропал вчера. С двумя местными пацанами. Пошли в тайгу. Там перессорились, из-за чего-то я не понял. Эти два болтуса вернулись, а он нет. Давай выручай. Она тебя ждет. Да, вот. Это тот, о ком я вам говорил. Здравствуйте. Здрасте. Мы переселенцы из Украины. Здесь уже живем около месяца. Сколько мальчишки? 14. Недавно исполнилось. Да, вот. Вот фотография, если надо. Нет, это ни к чему не понадобится. Как? Как не понадобится? Вы что такое говорите? Во что был одет? Обыкновенно. Джинсы, футболка. Еда с собой была? Да нет, они же пошли ненадолго. Сын как? Курит уже?
Господи, при чем здесь это? Курит он или не курит? Какая Если разница? Я спрашиваю, для меня есть разница. Мог чем-то разжечь костер или нет? Извините, пожалуйста. Нет, он не курит. Нет, нет, он не курит. Он у меня очень хороший мальчик. Павел Борисович! Паша! Я тебя прошу, кроме тебя этого никто не сделает. Я тебя задерживать не буду. Нарушу приказ. Миш, ты взакусывал, а тебя разит, с ног валит. Да ладно, съем жвачку. Теперь по пацану. Ты двоих-то этих опрашивал? Где они в последний раз видели? На прохладном ручье ловили рыбу. Плохо. Тигр там ходит, я ж тебе говорил. Ранили его. Матери не говори. Ладно, не скажу. Что еще? Сообщи в МЧС, пусть организуют поиски. Время терять нельзя. Я пошел. На связи. Сейчас куда идешь? Пацана искать. Ну так что надо-то? По делу пришел, так по делу и говори напрямки. Тут у вас на трассе стрельба была, не слышал? У дагеица охотник погиб. Допустим. У него в вашем районе привада была. Найти бы ее. На кого привада? На тигра. Это аванс. Ну что, договорились? По рукам? Ну что вы там сели-то? Идите, разбирайтесь. Он буйный какой-то. Надо другого искать. Да. Вода есть еще? Есть достоверная информация, что у нас в районе орудует профессиональная, я подчеркиваю, профессиональная группировка, которая занимается незаконной охотой на амурского тигра. Буквально его уничтожение. У них все отлажено. Это какой-то бандитский конвейер. Поэтому идиотизм. Я хотел бы обратить ваше что, внимание прости? На то, что уже есть жертвы и среди правоохранителей, и среди бандитов. Идиотизм, говорю. Браконьерство было, есть и будет. И ничего ты с этим не поделаешь. Предлагаешь сидеть и ничего не предпринимать? Нет, я предлагаю поменьше языком чесать. И побольше делать. Как? Вот для этого мы с вами здесь и собрались. К нам присоединились наши китайские товарищи силовики. Спасибо им. Их тоже волнует эта тема. Так что предлагайте. Высказывайтесь. Делитесь опытом. Товарищ полковник, докладываю. Убит местный охотник, Матвеев. Серьезный мужик, сторожил. Я думаю, это они, проводника ищут. С этим, видимо, о чем-то не договорились. Ну, я так думаю. Они какие-нибудь следы оставили? Уехали на машине. Устанавливаем марку. Понял, до связи. Thank you.
делай глупости, брат. Я свой. Давай, выходи, поговорим. Привет, какой же ты красавец. Ты остался один. Я их накажу, будь уверен. Но ты же не думаешь, что это я стрелял. Ты меня должен помнить. Моя одежда пахнет костром, я твой егерь. Вспомнил. Ну и отлично, я тоже рад, что ты в порядке. Никаких видимых повреждений. Красавец. Ну ладно, брат, ступай по своим делам, мне тоже пора. Будь здоров и береги себя. Надеюсь, ты без меня здесь не наделал никаких глупостей. Это просто вопрос, никакого наезда. Можешь не отвечать. Так, чтобы так. Ну да, давай. Привет. Петь. Да. Слушай, мне твоя помощь нужна. Мне банду надо взять на месте с поличным в тайге. Я чем могу помочь? Человек мне нужен, профессионал. Он должен вывести меня к приваде. К ней выйдет тигр. Эту приваду еще погибший Удыгейт сделал. Там было убито два тигра, но есть еще третий. И по информации за ним тоже придут. Поэтому мне их надо опередить и к приваде выйти первым. В каком районе от привада? В районе Прохладного. Есть там у меня один человек. Я тебе к вечеру пришлю его до сих. Я на тебя рассчитываю. Хорошо. Не стреляйте, пожалуйста! Стакан попал. Так, подожди. Ногой не дергай, не дергай. Сейчас. Как звать-то? Кирилл. Кирилл, мозги задури. Гвоздей не пожалели. Сволочь. Тихо. А меня Павел Борисович. Вот так. Все, все. Сейчас мы ногу твою будем лечить. Два дня нам осталось. Иначе кранты. И как нам с его самураями тягаться? Ты видел его бойцов? А наши бойцы стоят, пиво пьют! Да хорош, ты чё? Закрой спортзал все! Охотника найти не можем! Отпусти руку! Отпустите, говорят! Ты куда лапы сунул? Отпусти, брату! Алё, чё происходит? Всё, отпусти, брат! Да всё, всё, ну! Пустите, говорю! Давай, давай, шагай! Да пусти ж ты! Ты что творишь? Стоять все! Ты что? На колени! Ты что, братишка? Бабки на давай! Кого прешь, не дано! Ствол убери! Завалю его! Отдай ему бабки, видишь, человеку быстро! Спокойно, спокойно, братан, ты что? На капот! Положил! Отошел! Вот красавица. Вот красавец. Узнай, кто такой, а? Зачем тебе? А лучше найди мне его. Зачем? Я сказал, найди! Тигр в день съедает до 10 кило сырого мяса. В месяц надо 5 косуль. Дорогое животное, согласен? Согласен. Че он там делает? Лижется. Значит, сыт, доволен и не опасен.
Вообще, до последнего времени они втроем держались. Мамка и два подростка, я их почти приручил. Двоих убили, этот один остался. Надо ему помогать. Один без мамки он не выживет. Так он же уже большой. Около года, но с мамкой они до 2 лет живут. Ладно, нам пора возвращаться. А то твоя мамка тоже переживает, да и папка ждет. Мы без папки живем. Угу, понял. А вы? У вас есть семья, дети? Дочка взрослая, в Москве живет. Как нога, идти можешь? Могу. Ну, давай. Отдайте мне вашу винтовку. Не винтовка, карабин. Держи. Раритетная вещь. От отца досталась. Он тоже егерем был. Если бы у меня был сын, стал бы егерем. Почему? Ну, как почему? Сын тигра может быть только тигром. Сын егеря егерем. Неотвратимый закон природы. Давай. Я рану обработал. Но завтра надо показать врачу, обязательно, мало ли что. Спасибо вам огромное. Чаю хотите? Не могу, надо навестить кое-кого по работе. Боюсь, не успеть. Пойдем. Мама, я тигра видел. Да ты что? Он такой красивый. Потом расскажешь. Я тебя предупреждал. Да пошел ты! Расставь уже здесь всех! Да его теперь точно посадят. Что дело делаем? За превышение полномочий. Хоть отдохнем без тебя. Нас тайга кормит. Она была и будет нашей. Надоел ты со своими законами. Что творишь? Гнида! Я вашего в тайге не беру, но закон нарушать не дам. Будь только жестче, я вас предупредил. Выстрел. Ничего не случилось? Ничего. А в кого стреляли? В меня. Ну, как видите, все в порядке. Сын спит? Спит. Господи, у вас кровь, вы что, ранены? Пустяки. Я думала, что мы с Кирюшей в тихое место приехали. А здесь людей стреляют. Страшно. А вы не боитесь? Меня боятся браконьеры. Я понимаю, они за счет тайги живут. А я им вроде как мешаю. Я ведь для них человек с другой стороны, со стороны зверя. Вот они по мне иногда и стреляют. А вы на тигра похожи. Да что вы? Серьезно? У вас есть что-то такое? Это сразу заметно. Правда, я тигров никогда не видела, только по телевизору. Вы знаете, что мы с вами соседи? Мой дом вот там, на взгорке. Да вы что? Угу. Так что тоже в гости приходите. Живу один без хозяйки.
Может, у чай попил, рука в порядке. Так что, спокойной ночи. Может быть, вам нужно прибрать в доме, постирать? Вы зовите, потому что я на работу еще не устроилась. Где живу, знаете, приходите завтра. Нашли мы этого стрелка в общаге на окраине. Кто такой? Чем живет? Чем дышит? Бегах. Спать Питера с пересылки сдернул. Двух вертухаев положил. Вот до наших мест и добрался. А еще до этого инкассатора завалил. Ух, кипишной какой. Тут завалил, там завалил. Ну я у наших ментов пробил. Тип ж по городу, ищут его. Спросить хочу, а зачем он тебе? Да резкий он. Боец. Ну и чё? Так у нас грядут большие разборки с китайцами. Нам такой человек пригодится. Так а если он мир? Так ты же его пробил. Ну ты знаешь, они своим такое напишут, будешь читать и плакать. Как же ты без звонка приехал, а я себе в тайге был? Пап, я знаю, где у тебя всегда лежат ключи. И знаю, что у тебя все без изменений. А у тебя? У меня? У меня изменения есть. Я развелась. Вот как. Год не прошло. И справа сказать, я так и думал, только не думал, что так быстро. Толик это твой юрист. Не пара он тебе был. Не твой это мужик, дочка, не твой. Пап, Толик ни в чем не виноват. Во всем виноват ты. Это как? Вот так. Правда. Давай. Просто я все время его сравнивала с тобой. Как он разговаривает, как он реагирует на события, как он ест, как он смотрит телевизор. Все не так. Ну и через месяц семейной жизни я возненавидела его, а он возненавидел и меня, и тебя. Ну, дочь, ну, ты же знаешь. Знаю. Просто это какой-то Эдипов комплекс. Такое ощущение, что настоящих мужчин просто нет. Только ты, но ты мой отец. И что прикажешь делать? Ночевать будешь на раскладушке. Договорим, когда вернусь. Да, ты надолго? С работы отпустили всего на пару дней. Ага. Пап. Ау. А ты как? У тебя все в порядке? Абсолютно. Чего во Владик-то приперся? Цель? Алло, я тебе вопрос задал. На мне три трупа. Двое из них менты. В этой стране мне жизни нет. Во Владике порт. Ага. Плыви куда хочешь. Широта крымская, долгота колымская. Есть варианты. Ну а в Питере тоже порт. Где ты инкассатор развалил? В чем проблема-то? Все про меня знаете. Серьезные ребята. В Питере мне тоже жизни нет. Там на каждом углу мои фотографии. Короче, есть одна темка. Это понятно. Да и рот закрой. И слушай, что тебе умные люди говорят. Молча. Шайтан, сними с него наручники, а то разговаривать неудобно. С человеком. Здорово, Борисыч. Здорово. Тебя там ждут. Да. Широков? Входите. Привет, Отхазов. Слушай, расскажи мне о Широкове. Да что рассказать? Мужик! Егерь потомственный, его отца Борис Широкова. Убили в лесу. Там темная история была. Кто говорит, браконьеры, кто на милицию грешит.
Давно? Еще в 70-х. До него самого уже два раза стреляли. Дом жгли. Жена в доме заживо сгорела. Лет 10 назад. Кто еще? Живет один. Дочка взрослая. Кстати, я знаю, навестить его приехала. А как у него с тиграми? Да он сам тигр. Клянусь, ей-богу. Ну что ж, добро. Только... Что? Смотри, он... Парень с Норовым. Но это замечательно, что с Норовым. У него сейчас проблемы. Что за проблемы? Лихие ребятки на него заявление накатали за превышение полномочий. Как раз... Сейчас с ним следователь беседует. Координаты этих ребяток знаешь? Да, записывай. Запомни, говори. Ну, а между тем пострадавшие дают совершенно иные показания. Отличные, так сказать, от ваших. Пострадавшие? Пострадавшие. Угрожали им оружием, избили. Мальчишки. Сломали руку. У них, между прочим, тоже оружие было. Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Свидетели есть? Лес, тайга. Какие свидетели? Ну вот. Значит, я так понимаю, ничего нового по существу добавить не можете. Печально. Печально. Ну, и какая из них твоя? А угадай. Вот это? Нет, кис, не угадала. Я хоть и крут, но пока не тот масштаб, извини. Ну, расти. А ты что за козел? Сейчас разберусь. Мужик, у тебя 5 сек, чтобы тачку убрать. Алло! Что, с ушами проблем? Прочистим! Рот закрой, мокрица. Сюда иди. Мужик, ты попал, понял? Я ментов сейчас вызову, понял? Теперь слушай меня, щенок. Молча слушаешь меня и киваешь. Захочешь рот открыть, я тебя лет на 10 не в Сибирь, а в тундру законопачу. И дядя твой не поможет. Если понял, кивни. Да понял, понял! Я ж сказал кивнуть, а не рот открывать. Вещи собирайте, прощайтесь с родными и едем во Владивосток. На все про все 30 минут даю. Вы что, серьезно? Нет, конечно. Я же юморист. Пошутить сюда приехал. Вот народ, а. Вы серьезно, говорит? Да. Привет, Отхазов. Да, товарищ полковник. Широков у тебя? Да вот как раз беседуем. Отпускай его. Страдавший в отказ пошел. То есть как в отказ? Я тебе что, все объяснять буду? Выполнять приказ? Есть. Все, отпускай. Понял, есть. Вернее, не понял, но есть. Отпускай его. Да, товарищ полковник. Что это значит? Больше не задерживаю, значит. Свободный. Баран. Действительно. Обгоняет этот трактор? Сейчас. Эй, носорог, знаешь правила? На тракторе по обочине надо передвигаться. Давай, давай, по обочине. Не мешай людям ездить. Thank you.
страсти. Павел Борисович. Ну, как все прошло? Вопрос закрыт? Закрыт. Я так понимаю, что это вы. Ну, чем буду вам обязан? Так ведь просто ничего не делается. Правильно. У меня к вам действительно дело. Ну, что скажет? Ну, еще говорить. Железо как железо. Мне бы его опробовать. Опробовать? Ну, в деле и опробуешь. Не, не пойдет. Это как понимать? А вот так и понимай. Взял оружие в руки, держи его. И будь на 100% уверен, что оно тебя не подведет. Чего? Поехали, постреляем. Куда поехали? Поехали, поехали. Да куда ехать? Да поехали, тебе сказали, садись. Взять банду на охоте сложно, у всех оружие. Павел Борисович, а другой такой возможности может не быть. Сейчас их упустим, когда еще так близко подберемся. Согласен, есть один вопрос. Готов ответить. Почему вы думаете, что банду именно в моем районе к приваде выйдет? У них по всей тайге таких приват десятки. Что-то не договариваете, полковник. Ну, а если я вам скажу, что у меня в этой банде свой человек, как вам такой ответ, а? Открыто, входите. Входите, не заперто. Здравствуйте. Извините, а Павел Борисович? Павел Борисович вызвали на работу. Вы проходите. Да, нет, спасибо, я... А вы кто? Вы по делу. Я по делу. Ему что-то передать? Да, передайте, пожалуйста, что приходила Надежда, мама Кирюши. У Кирюши с ногой уже все в порядке. Спасибо Павлу Борисовичу. Вот пироги ему. Спасибо. До свидания. До свидания. Папка-то какой молодец. Баба пироги ему носит. Одна-то стоит. Может, мы зря с тобой связались? Может, и зря. Поставь еще парочку. Я тебе что, на побегушках, что ли? Ставь, тебе говорят. Ты что, больной, что ли? Идиот, что ли? Нормальное железо, можно ехать. Слышь, ты, фраер питерский! На сыром не лежи. А к тебе сегодня женщина заходила. Симпатичная. Представилась мама Кирюши, пирогов принесла. Кстати, вкусные, я попробовала. Пап, ты бы женился. Зачем? Затем, что пора. Маму уже 10 лет как не стало. Согласен эту тему обсудить, только когда вернусь. Теперь правду скажи, зачем приехала? Соскучилась. А ты что, не веришь? Я ведь все равно узнаю, кто тебе про меня нашептал. И прислал спасать. Иди ложись спать. Ой, папа, папа.
О, кто к нам приехал? Нихао. Здравствуй, Юшен. Как ты меня нашел, дружище? Посмотрите, кто к нам приехал. А это Дим Варна. Ты что там ищешь, Юшен? Там тигра нет. Влад, я думал, что ты уже в лесу и везешь мне тигра. Какого тигра? Смотри, вот уже сейчас выезжаем, видишь? В тайге уже все готово. Ребята тигра загнали, все под контролем. А то поехали с нами в тайгу, а? Был когда-нибудь в тайге? Закаты там, нет? Нет. Я не охотник. Влад. Надо поговорить наедине. Сели в машину все. Пап! О! Ты пирожки-то возьми. А то женщина стряпала, а ты даже не попробовал. И давай там поаккуратней. Ты знаешь, я всегда переживаю. Ты тоже здесь, но поосторожней. Помнишь, как в детстве? Да. Ты говорил, нужно быть всегда готовой. К чему? Ко всему. Вот именно. Перестань. Все, вещи мы перекинули, можем ехать. Знакомьтесь, моя дочь Ольга, полковник Хазов. Георгий. Ольга? Очень приятно. Ну, давай. Пап, ты мне звони. Знакомьтесь, это сотрудники моего отдела. Семен Николай. Здрасте. Проинструктируйте их по дороге. Парни с тигром дело имели когда-нибудь? Нет, они чисто городские. Мы сейчас едем на прохладный ручей, место есть такое красивое. Не были никогда? Они не были. И не слыхали? Странно, не местные, что ли? Короче, езжайте одни. Я здесь остаюсь, вроде как в заложниках. Юшен настоял. Буду пить с ними рисовую водку. Гадость ужасная. А если к вечеру вы не вернетесь с тигром, с меня спросят бабки, которых у меня нет. А может, ну его этого тигра? Повалим этих мокриц, да и делов-то. Давай без кипиша, Заря. В этом деле ни один и не я решаю, мокриться или не мокриться. Все, погнали. Ну что, прошу в дом. Позволь. Толковая вещь. Давно у вас в полиции такие? Понятия не имею. Господь с тобой, Борисыч. У нас в полиции все по-старому. А это так, для надежности дали. Мы ж банду идем брать. Логично. Важен вопрос, как бандиты собираются тигра брать. Если у них ловушки и капканы стоят, одна история. А если им кошка живой не нужна, сложнее. Один выстрел, можно не успеть. А тигр-то не уйдет с территории? Не уйдет. Это его территория. Вы мне тут охоту еще устроите. Аккуратней. Да я что-то это... струхнул малость. Думал, тигр наскочит. Олень-то. Тигр на тебя не наскочит. Гарантируешь, что ли? Угу. Ты же со мной был бы против меня или против тигра, я бы такой гарантии не давал. Он что, кореш, что ли, твой? Ты с ним договоришься? Ты почти угадал. Я ему брат. Это еще как? А вот так. В одном лесу живем. Уже много лет. Часто видимся. Туфту, гонишь какой-то начальник. А что туфту? Я серьезно. Давай. Я отойду на пару минут. Вы располагайтесь, можно отдохнуть.
знал, что ты здесь. Уходить тебе надо, брат. Виноват, что привел их сюда. Уходи. Пошел, пошел отсюда. Ты молодец, брат. С кем ты там разговариваешь? Сам с собой, многолетняя привычка. Скоро стемнеет, надо разворачиваться на ночлег. Как похоже. Входите, не заперто. Ольга, привет. Здравствуйте. Не напугал? Нет. А то я знаю, отец-то уехал, а ты одна. У тебя все в порядке-то? Да, все в порядке. Скажи мне, ты случайно отцу не говорила, что это я тебя вызвал? Ну, молодец. А то он меня съест. Ну, там, правда, все как-то налаживается. Я думаю... Ну и хорошо. В любом случае, спасибо, что позвонили. Может, чаю? Не-не-не, Олечка, я побегу. У меня еще дела. Ты давай это, запирайся на все замки, на все крючки. Да ну зачем? Кому я здесь нужна? Обойдется. Смотри. Ну, пока. До свидания. Оля! Оля! Ты что творишь? Ты что делаешь? Нет. Дочери не дозвонил, связи тут нет. Вот и волнуюсь. Завтра зона будет, позвонишь. А с этими двумя давно служишь, полковник? Новички. Странные, да? Мы в управлении эксперимент проводим. Нанимаем на работу людей, отсидевших срок. Получается? Эксперимент? Не знаю, только начали. Понятно. Спокойной ночи. Ну чего, как день прошел? Да нормально. Устроились в доме у егеря. Его дочь нас приютила. Встретила ласково. Полковник пока на связь не выходит. Как утром выйдет? Вышли от его координаты, выходите на точку. Валите тигра, вместе с ним егеря. Полковника не палите, как был большим начальником. Пусть им и остается. Вне подозрений. План понятен? Да вроде ничего не поменялось. Так я тебе про это и говорю. Чтоб ты там ничего не напутал.
Питерского с собой берите. А шайтана с девкой оставь. Ушел. Пусть повеселится. Ну, понятно. Ладно, до связи. Что-то не так, Борисыч? Да, дочери не могу дозвониться. Может, у нее телефон сел? Или она спит? Девушка молодая, рано еще. В отдел позвоню. Алло, это Широков, егерь. Кто это? Петь, ты? Да Скачкову не могу дозвониться. Да я его сам с утра не видел. А ты что хотел? Да чтобы к дому кто-то подскочил. Посмотрел, как там дочь. А, так давай я подскочу, посмотрю, без проблем. Ну хорошо, давай. Девку оставь. Оля! Ну что, вторые сутки уже ходим. Ни тигра, ни привады. Приват где здесь была зверя. Может, кто спугнул, ушел. Бывает такой, следов он не видно. Так вот же след тигра. Смотри! Здоровый зверюга. Вон она, лапа какая. Как у меня. Старый след-то. Дня два тому. Ничего не старый. Старый-старый. Надо дальше идти. Да парит он нас. Парит, Сусанин. Чувствуешь, что паришь. Ствол опусти, Семен. А след-то свежий. Зачем темнишь? А ну давай свою винтовку, егерь. Телефон тоже. Живее. Так надежнее будет. И для дочери безопаснее. Руки. 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 Десять лет назад твою жену сожгли заживо. Закрыли ночью в доме и подожгли. И баба сгорела. Теперь твоя дочь в залоге. И неужели какая-то кошка для тебя важнее, чем твоя дочь? Тронешь дочь, я тебя убью. Не кипишуй, спалимся. И Борисыч почему-то вне зоны. Хотя он мне только что звонил. Все, нам пора. Поехали.
Шайтан, тут остаешься. Мы тебя с той стороны запрем, чтобы никто не шастал. За дочкой присмотришь. Достаточно. Где тигр и куда нам идти? Ну не совершай ошибки, Борисыч. Тиграм больше, тиграм меньше. Какая тебе разница? Мы тебе верили, а ты уперся. Ну что, отведешь нас? Нет. Между прочим, у тебя в доме с твоей дочкой остался мой шайтан. Отвратительный тип. Ничего святого. Я ему звоню? Звони. Ты удивительный человек. Здравия желаю, гражданин начальник. Заря к тебе поехал, с ним еще один. Я с девкой остался. Дай-ка мне девку сюда. Тебя к телефону. Оля, Оля, дочь, ты меня слышишь? Да, пап. Дочка, у тебя спокойный голос, это хорошо. И дальше, знай. Слышу, пап. Не волнуйся и не переживай. Но будь готов ко всему. Как в детстве, помнишь? Все достаточно. Я люблю тебя, пап. Возвращаемся. Зачем? Ствол забыл. Да пошел ты там, мусор шастый. Ладно, ладно, возвращаемся. Нет! Нет! Помогите! Ты че вернулся, не... Хочу, чтобы ты досталась этому уроду. Ты мне самому нравишься. Вернусь, с тебя горячий поцелуй. Наши прислали координат. Они вышли на след тигра. Отлично, далеко? За час на машине справимся. Как там в доме дела? Нормально. Шайтан развлекается, погнали. Ну как там у вас дела, командир? Все в порядке. Идем по следу. Слушай, тут... Вот Юшен нервничает. Ему из Шанхая звонят каждые 5 минут, интересуются. Кстати, они считают, что в прошлый раз мы их просто кинули. Требуют увеличить поставки. Торгуйся. Судя по следу, кошара крупный. Вес около 180 килограмм. Поставки увеличить сможем. Сначала одного тигра поймайте, а потом будем о поставках говорить. А все так и будет. Не волнуйся. Как возьмете тигра, дай знать. Ну все, конец связи. Окей. Хорошо, понял. Дай карабин. Тигр рядом. Он следит за нами. Это опасно.
Заткнись. Теперь я здесь командую. Будьте начеку, уроды, приготовились. Вы что творите, свои? Ствол опусти. Ты кто? Это новый человек Влада. Я из Питера. А где Заря? Здесь Заря. Тебе по поводу меня должны были звонить. Тигр. Эй! Вы чё там замолчали? Эй! Заря! Что у вас там происходит? Идите сюда! Тигр здесь! Идем, полковник, стой! Сними наручники и не делай глупостей, там может ни один, ни два. Они разделают вас под орех, несмотря на ваши стволы. Это же тигры, придурки! Сними с него наручники. Дай ему карабин, будь с ним всегда рядом. Держи его под стволом. Заря! Мы идем к вам! Ну давай, говори, что нам делать? Сбрасывайте мешки. Двигаемся в линию. Расстояние 50 метров. Обзор 360 градусов. Страхуем друг друга. Пошли. Юшан! О, смотри, какой красавец. Я б тебе его подарил. Но он плюшевый. И размер не тот. Мастер, который его делал, я его застрелил. Ну что, за успех нашего безнадежного дела. Фу, воняет, как этот концентрат для мытья посуды. С ним. Кто стрелял? Когда? 5 минут назад. Я? Убил ты Зарю. Ты чё гонишь? Он кореш мой. Стоять. Ствол отдай. Отойди от парня, бросай оружие. Живо. Ну. А теперь скажи мне, кто ты на самом деле? Я полицейский. Сдавайтесь, вы окружены. Да что ты говоришь? Полицейский здесь я. А ты, гнида, сейчас пулю в лоб получишь, если будешь блефовать. Кто тебя сюда заслал? Какая тебе разница? Есть разница. Я смотрю, ты не местный. Я здесь давно и знаю всех. Семен, ты где? Я здесь! Застынь. Не стрелять. У тебя руки дрожат, промахнешься, нам обоим конец. Понятно. Что делать-то? Ствол на землю. Медленно. Наручники достань.
жить хочешь? Да. Тогда сиди здесь тихо, как мышь. Понял? Понял. Семен, ты где? Семен! Да, Влад. Говорить можешь? Слушай, у нас тут проблемы, я тебе перезвоню через 5 минут. Понял. Давай. Так это правда, что ты полицейский? Да. Мне жаль, коллега. Но сейчас мы с тобой по разные стороны. И сила на моей стороне. Сомневаюсь. Ты опасный преступник. Ты связан с мафией. Твои данные переданы в Москву. Так что сила за мной, полковник. Коля, отведи его во враг. Завали его там и закопай. Пошел! И никаких свидетелей. Семен! Веди сюда егеря! Я здесь! Полковник! Где егерь? Ушел. Как ушел? Куда? Туда. Полковник! Наручники сними! Коля! Егерь ушел! Вот видишь, а ты говоришь, свидетелей нет. И все так просто, полковник. Заткнись, Борисович. Зря ты так сделал. Я тебя предупреждал, ты бы о дочери подумал. Я шайтану звоню. Звони, звони. Только шайтан уже давно в полиции показания дает. Шагай. Коля, вали его, он меня достал. Борисович. Ну, вернись. Не валяй, дурака! Погонь! Здесь тигр был! Близко! Сам видел! Заткнись, уже не до тигра! Подставил ты меня, Влад! Питерский твой из полиции! Широков ушел! Вам валить надо оттуда! Тигра не будет! И не звони мне больше! Ладно. Топай вперед! Деньги выдали! Я же тебе говорю, у меня денег нет. Я тебя тигром верну. Тигром верну, как и обещал. Я тебе не вылил! Убейте его! Джанго! За ним! Поехали. Нас ждет катер. Быстро. Стой! Ты убьешь полицейского. Тебе оно надо? Подумай. Ситуация проиграна. Через 5 минут здесь будут вертолеты ОМОН. Ты убьешь майора полиции. Срок себе как минимум вдвое увеличишь. Как тебя зовут? Николай! Коль, ну ты же ведь не идиот. Не переживай, с дочкой все в порядке. Спасибо.
Стоять, оружие на землю! Дергайся. Ну и дурак же ты, егерь. Не в свое дело залез. Да и черт с тобой. Охота закончена, полковник. Даже не думай. Думай, Леон. Дочке привет. Как сам? Ничего. Давай, вперед, шагай! Папа! Алло. Я в порядке. А как ты? Ты меня слышишь? Я люблю тебя. Скажи, как меня вычислили? Ты единственный, кому слили информацию про агента по кличке Бонус. На следующий день его не стало. Как просто. Иди. Иди! Нас подставили. Босс, других каналов у нас пока нет. Через минуту мы выходим из Владивостока на катере. Завтра я буду у вас. И я готов ответить за все, босс. Полиция, полиция! Всем стоять! Оружие на землю! Босс, мы окружены. Быстро! Команда камера выходит! Руки! 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 Бросайте оружие! Не дергаться!
Сотрудниками управления МВД России по Приморскому краю совместно с коллегами территориального управления МВД России была посещена деятельность организованной группы браконьеров, которая отстреливала амурских тигров. Ну вот, а главного героя нам так и не показали. Да это не важно. Хочу сказать спасибо и китайской стороне. Из Пекина нам помогали, Ряд наших сотрудников за эту операцию будет представлен правительственным наградам. Ну, вы знаете, сейчас создан центр Амурского тигра. И вот мы совместно с этим центром будем бороться с бандитами, чтобы... Дочь, нам ехать надо. ...редкого и очень красивого зверя. Доказывай. Будешь снимать то, как вы здесь живете, и мне в Москву отправлять. Круто, спасибо. Вот здесь, нажимай. Ох, отмыл-то как, а? Молодец. Давай. Мам, смотри. Счастливо. До свидания. Хотя я успела заметить, что у вас тут совсем не скучно. Ты тоже постарайся не быть одна. Все, пап, я поеду, а то опаздываю. А вы куда? У меня есть выбор? Ну да. Вы какой-то напряженный. Так заметно? Очень. Никому не скажете? Нет. До чертиков боюсь летать. Это не страшно. Ну, кому как. Я буду держать вас за руку. Кстати, девушка, за вами горячий поцелуй. Я помню. Oh.